первой большой наградой ЦК партии СССР Курская область была отмечена в 1957 году. Указом от 7 декабря Курскую область наградили орденом Ленина. Формулировка соответствовала духу социалистического времени за успехи, достигнутые в увеличении производства и сдачи государства сахарной свеклы. Орден Ленина – это самая высокая награда. Она была учреждена еще до Великой Отечественной войны. И ею могли награждаться не только отдельные лица, отдельные граждане Советского Союза, но и города, области, учреждения, организации. И вот нашей Курской области тоже мы удостоились чести даже дважды получить этот орден. Орден Ленина представляет собой портрет медальон из платины с изображением вождя пролетариата. Вокруг золотой венок из колосьев пшеницы. На левой стороне пятиконечная звезда, на правой полотнище красного знамени. Внизу серп и молот, как символ единства рабочих и крестьян. Вторую такую награду область получила в год 25-летия победы в Курской битве. В августе 68 года орден был присвоен за мужество и стойкость, проявленные трудящимися Курской области при защите Родины и за достигнутые успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства. А ровно 35 лет назад, 9 апреля 1980 года, примерно с такой же формулировкой, в Президиуме Верховного Совета СССР подписали указ о награждении уже города Курска орденом Отечественной войны первой степени. Удостоен-то ордена город был в 1980 году, а вот получили мы его, получила наша городская администрация только в 1983 году, и приехал, да, тогда для вручения города будущий президент СССР, единственный президент Михаил Горбачев, причем со своей супругой, да, и это было огромное событие для всего города. Этот орден является первой советской наградой периода Великой Отечественной войны. Сама награда выполнена из золота, пятиконечная звезда покрыта рубиновой красной эмалью. В середине серп и молот, на фоне золотых лучей концы винтовки и шашки, скрещенных позади красной звезды. Эта награда бережно хранится в городской администрации. На протяжении всей послевоенной истории города так или иначе затрагивался вопрос о том, чтобы отметить заслуги курян в освобождении города от оккупации и в Курской битве. 7 мая 2007 года в Кремле прошла церемония вручения грамот о присвоении звания «Город воинской славы» городам Белгороду, Курску и Орлу. Эти города стали первыми в России, которые удостоились этого почетного звания. В 2010 году на мемориальном комплексе «Курская дуга» была открыта стела «Город воинской славы» с изображением герба и указом президента. Почетное звание дает городу и еще одно право. Подтверждается возможность салютов в Дни воинской славы, то есть, например, 23 февраля, в День Победы и в День города. В современной России есть немало наград и орденов, которые могли бы получить Курск и Курская область. Курянам есть к чему стремиться.